Вижу цель, вижу ориентир и шопинг воспринимаю как настоящую охоту. Вот уж где адреналин зашкаливает. Покупка номер один весной – практичная кожаная куртка или френч. Такая вещь может стать визитной карточкой любой женщины. Остается только выбрать цвет – голубой, синий, зеленый, красный, а может быть цвет морской волны. В такой курточке не только великолепно выглядишь, но и чувствуешь себя комфортно и уютно. Правда, чего-то не хватает. Очень легко и быстро можно обновить и освежить свой гардероб с помощью нового шарфика, косынки, платочка или палантина. Вот что действительно согреет в прохладный день и добавит изюминку – весенний образ. А еще я никогда не выхожу на улицу без них. Прячем глаза от яркого солнышка и любопытных взглядов под необычными оправами и цветными стеклами. Некоторые модницы боятся выйти на улицу в солнечный день без солнцезащитных очков, что равносильно появлению на людях без макияжа и сумки. А мы идем дальше и попробуем удивить всех новыми фантазийными колготками. Создай свой образ благодаря большому выбору модных чулок, колготок или леггинсов. Также я люблю тратить денежки, но еще больше я люблю выигрывать. За все свои покупки я получила вот такие купончики. Регистрирую их у администратора центра и с нетерпением жду, когда наступит 14 и 28 марта. Увидимся ровно в 14 часов на розыгрыше. А прямо сейчас мы посмотрим, кому уже повезло и кто сказал заветное «бинго». Наконец, давайте встретим аплодисмент этого человека. Мы так ждали вас. Вот он идет к нам. Итак, сверяем. 8, 12, 33, 57. Все верно. Как вас зовут? Вячеслав. Вячеслав, я вас поздравляю от лица всего торгово-развлекательного центра «Мега». Вам достается подарок. Первые 5000 рублей. Аплодисменты всего зала. Вот он счастливый. Определение победителей происходит путем игры. Ведущий открывает числа в случайном порядке. Услышал свою цифру, зачеркнул в билете. В первом туре выигрывает билет, в котором все 5 чисел по горизонтали раньше других совпадут с открытыми номерами шаров. Победителю 5000 рублей. Во втором туре победитель получает 10 тысяч рублей, если раньше других закроет две строки. И, наконец, в третьем туре те, у кого совпали 15 чисел, выигрывают 20 тысяч рублей. Общий призовой фонд 200 тысяч. 14 и 28 марта ровно в 14 часов здесь яблоку негде будет упасть. Но Татьяна, дежурная по рубрике, верит в свою удачу.